Chicony IKEM DC9117BL. Chicony IKEM DC9117BL – это универсальная ноутбучно-десктопная камера с гарнитурой, которую можно использовать для видеообщения и даже создания небольших роликов. Камера упакована в пластиковую коробку, внутри которой находится весь стандартный набор, который обычно предлагается к камерам. Тут есть приятный, а главное полезный бонус – гарнитура. Это небольшие изящные наушники с микрофоном. Они довольно простые и представляют собой базовую модель, рассчитанную на использование для голосового общения. Есть также инструкция и диск с драйверами. Выглядит iCam DC9117BL очень симпатично. Черный глянцевый корпус напоминает по форме небольшую таблетку, все линии обтекаемы и плавно переходят одна в другую, никакие лишние детали не портят внешность, кнопки и микрофон не бросаются в глаза. Подставка, на которой закреплена камера, удобна и при этом довольно органично дополняет ее образ. Это подвижная лапка из кольца, обшитого резиной и пластиковой полосочки. Конструкция удобная и подвижная. Камеру можно и поставить на стол и закрепить сверху на дисплее. Максимальное разрешение iCam DC9117BL составляет 8 мегапикселей. Устройство обладает автофокусом и выдает отличную картинку для камеры стоимостью около $30.